Как создать в своем доме уют, самый уютный уголок? Мира подскажет. Я знаю. Секрет, конечно же, решение этого вопроса создания тепла, уюта и большого количества приятных вечеров в это холодное время, это, конечно, плед. Плед – символ дома и в холодное время. Летнее-то, а в зимнее время, так вообще я ни одной семьи не знаю, кто бы сказал, у меня дома нет пледа. Как-то. Но они же бывают разные. Согласна. А если у вас такой плед с эффектным кружевным 3D-принтом, с потрясающей двусторонней фактурой, не знаю, это достаточная новинка на рынке, поэтому будем делать ваш мир еще уютнее вместе с вечерним вдохновением. У нас целых три варианта по цветам, три дизайна, будем знакомиться. Давайте знакомиться. Сейчас у нас на ваших экранах мы видим цвет, который называется зеленый. Обращаем внимание вот на общий такой тон, это зеленый цвет. Ох, как красиво на кровати, зеленый с розовыми розами, поэтому этот вариант, вот ориентируясь на розы, будет при заказе называться розовый. Розовый. Да, потому что розовые розы, вот мы так запоминаем с вами. Шикарный объемный узор, как мне это нравится. На ворсовом полотне, на меховом полотне, вообще раньше не умели этого делать, Ариш. Сегодня просто чудо интерьерного решения. Еще один вариант, спокойная классика, этот вариант называется бежевый при заказе. Ну, если вам нужно, опять же, свет, пространство, воздух, объем помещению, выбирайте именно бежевый. Он зрительно увеличит пространство комнаты, и даже самая маленькая комнатушечка станет большой. Это будет хорошо, вам так будет уютнее. Слушайте, ну правильно мы сказали, что, конечно, плед, пледу рознь. Не все пледы одинаковые. Бывают такие пледы, что им и укрыться не хочется. А от этого пледа мне оторваться не хочется прямо сейчас. Давайте знакомиться с размерами. С цветами мы с вами познакомились. У нас есть три цвета на выбор. Размеры есть полутораспальный, двуспальный и евроразмер. Представляете, с какой выбор потрясающий. Юля, что за облачко у тебя в руках? Это не просто облачко, это вторая сторона нашего пледа. Ой, вечернее вдохновение. Под мех шерсти натуральной овчинки выполнена наша вторая сторона. Я не знаю, мне хочется прикасаться сразу к обеим сторонам. Одна, другой мягче. Очень приятные материалы. Конструкция полотна необычная. Очень. Это двойной комфорт. Вы вечернее вдохновение. Вот именно за счет того, что соединили наши дизайнеры две фактуры, сможете использовать аж целых в пяти вариациях. Подожди, то есть это необычно. Это полноценное, овчинное, тепленькое, уютное одеяло. Так. Это один, загибай пальчики. Так. Это роскошный совершенно в евроварианте есть, поэтому, пожалуйста, покрывало для вашей спальни, то есть защита постельного белья. Два. Это элемент декора, который поражает своим летним настроением. Это ваш уголочек лета в вашем доме. Защита мебели, в конце концов, это пожалуйста, три. Да. И если мы с вами пополам сложим, получим хорошую толщину и превратим его в гостевой матрас. Добавьте себе в таких теплых, приятных вечеров в объятиях мягкого, нежного вечернего вдохновения. Плед – символ дома. Без пледа дом не дом. Это уют, это забота, это тепло и это хорошее расположение духа каждый вечер. Это ваши полноценные вечера отдыха. Поэтому, конечно, мы сегодня дарим себе вот такой непревзойденный уют вместе с вечерним вдохновением. Пять в одном. Вы получаете невероятный уют, вы получаете невероятное качество. И посмотрите, целых три цвета на выбор, три размера на выбор для вас. Юль, ну что ж, давай поговорим с тобой еще и про практичность, потому что хозяйки сразу обращаются на это внимание. Ну, здесь вообще есть очень интересный момент. Каждая сторона отличается по-своему практичностью. Интересно. Вот вверх у нас с вами волсофт. Это трикотажное ворсовое полотно с мелким ворсом, очень пушистым и мягким. И оно защищено даже от воздействия домашних животных, не говоря, что уже разорвать его просто невозможно. То есть система так называемая антикоготь, если у вас. Ничего смешного, это так и есть. У меня есть кошка. Вот если у вас кошки, собачки, домашние животные, дети,
детишки маленькие, они тоже постоянно норовят чем-то зацепить, да? Так вот, конструкция полотна у Волсофта выполнена так по плетению, что невозможно вытянуть петельку коготочком. То есть навсегда остается в первозданной фактуре вот эта нежная мягкость. То есть вы 100 раз не покупаете каждый раз новый плед. То есть вы один взяли, и вам на много лет его хватит. И эту экономию вы сможете потратить на себя и близких, а не на покупку 148-го пледа. Вам хватит одного. Это что касается одной стороны. Здесь у нас есть секреты у второй стороны. Я уже сказала, выполнено под овчинку, да? Это полиэфирные современные микрофибровые волокна с теплом овечьей шерсти. Но если натуральная овечья шерсть, мы с вами вот, например, эксплуатируем, попользовались, получается вот это безобразие. Ну да, 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 это недолговечно. Все комкуется, и уже это использовать, и не знаешь, как стирать, и что с этим делать. То в нашем случае современные волокна, они вообще не накатываются. Это как пушистик был, так и останется. Вот смотрите. Потрясающе. Видите? Абсолютно. То есть они потому что прошли специальную обработку, и вот такими пушистыми остаются. То есть вы приобретаете практичную, износостойкую вещь надолго и рады своему хорошему вложению. А значит, вы экономите, вы заказываете для себя плед «Вечернее вдохновение» сегодня и пользуетесь им с удовольствием долгие годы, без потери качества, без потери первозданного вида. Ну, а я приглашаю вас очередной раз в лабораторию качества, где мы с вами все проверяем в прямом эфире. Ариша, отгадай, что будем проверять. Слушай, даже затрудняюсь, что будем проверять? У меня чайник кипит, чайник. Так, неужели ты его будешь кипятить сейчас, Юля? Так, ну смотрите, действительно, будем проверять с вами стойкость красителя. Я прямо в мисочку, ой, только бы не лопнула. 100-градусная температура кипения воды. Ого. Мы с вами будем сейчас стирать в кипятке плед, чтобы проверить, насколько он у нас стойкий по красителю. Так, вот сюда. И яркий плед окунаю. Посмотрите, в 100-градусную температуру. Главное не обжечься. Сейчас мы его там покупаем. Вот так. Дома будете стирать при температуре 30 градусов. 100-градусную не нужна. Отстирается легко даже при температуре просто 30 градусов. При этом не деформируется и не потеряет абсолютно ни капельки цвета. Смотрите, вода осталась прозрачная. Видно сейчас хорошо? Слушай, вода вообще не окрасилась. То есть это стойкий краситель нового поколения. В спальню, в детскую, допустим, можно заказать 1,5-спальный размер. Будет отличное решение как для мальчиков, так и для девочек. В свою спальню, пожалуйста, тоже вы преображаете свой интерьер. Кроме этого, вы можете укрываться этим пледом. Это невероятные ощущения. Это нежность, это тепло, это добро. Подарите своим близким, подарите себе. Перед Новым годом мы все обновляем свой интерьер. Поэтому прямо сегодня сэкономьте вместе с нашим телеканалом. Сделайте свою первую покупку. Это идеальное знакомство.